Сумму ущерба для фермеров Восточной Европы еще предстоит подсчитать. Пока же масштаб убытков можно оценить, скажем, на примере Болгарии, где из-за засилья дешевого украинского подсолнечника местные аграрии не смогли реализовать до 80% своего прошлогоднего урожая. В начале 2023 года фермеры откладывали даже реализацию своей продукции, накапливая запасы, ожидая того, что на фоне геополитических рисков им удастся свою продукцию продавать потом дороже. И, соответственно, они свои объемы не реализовали тогда, когда могли бы, а сейчас эти объемы задавливаются объемами, привезенными с Украины. Они теперь уже физически не могут свою продукцию реализовать.